прямо засмущал. Очень большое спасибо еще раз, Илья, за приветствие. Но я сегодня буду рассказывать не столько о продуктах инновационных, сколько о психологии, да, о компромиссах. Итак, меня зовут Саша, фамилия моя Нестеренко. Я инженер, инженер-конструктор, инженер-механик по образованию и по призванию. Компания моя называется ArtKB. Мы занимаемся разработкой и запуском в серийное производство продуктов. Тех продуктов, которые можно трогать руками, но нельзя кушать. Это потребительская электроника, гаджеты, механика, товары для дома, для быта, какая-то там строительная фурнитура. То есть, в принципе, все, что вы можете увидеть, придя там в эпицентр, в ритейл и купить. Это наша специфика. Занимаюсь я проектированием 20 лет. Примерно 20 лет назад я спроектировал первую деталь. Мне заплатили валютой за это. И мне это понравилось. Вот. И так все и покатилось. Итак. Можно следующий слайд? Конец 90-х, начало 2000-х, технологические предприниматели выглядели примерно так. Заказчики мои, в частности, выглядели примерно так. Но, тем не менее, это люди, которые пытались строить нормальный бизнес, производственный бизнес, заказывали разработку продуктов, разработку инструмента, оснастки. Это люди, которые принимали решения очень быстро, умели очень хорошо мотивировать. Электронной почтой тогда практически не пользовались, у меня не было компьютера, я проектировал на Кульмане, и ко мне приходил домой такой вот скрам-менеджер, чей бритый затылок мы можем видеть, спрашивал про апдейты по проекту, вот, и я ему рассказывал. В этот период заложилось ответственное отношение к работе и философское отношение к жизни. За эти годы я работал на заводе короткое время, достаточно 2 года. Это было единственное время, когда я непосредственно вот не работал с заказчиками. Все остальное время я искал заказы сам. Сначала как фрилансер, потом уже как представитель своей компании. Вел, соответственно, какие-то диалоги, переговоры и накопился достаточно большой опыт, то есть я всегда видел, как принимаются решения там, собственниками бизнеса, как эти решения имплементируются в жизнь, какие за этим идут последствия. Вот. Но следующий можно слайд? Не очень понятно, сейчас расскажу. Вернемся в наше время. Это реальные таймлайны проектов, которые сейчас в данный момент опубликованы на Kickstarter, то есть активные компании в разделе гаджеты. Я специально не смотрел, не брал какие-то очень простые вещи, очень простые продукты. Также не брал в расчет какие-то большие сложные проекты. То есть это такое среднего уровня потребительская электроника, которая сейчас активно проходит кампанию на Kickstarter. Что мы можем здесь увидеть? Примерно все проекты, идея создания там какого-то девайса, гаджета, приходится на 2015 год. Как правило, это лето 2015 года. Тоже достаточно показательно, все идеи приходят почему-то летом. Наверное, когда заняться нечем. Вот некоторые проекты там даже в 2000 году, в 2014 году идея пришла. Дальше проекты проходят какие-то естественные этапы, и вот где-то к этому периоду, май 2017 года, они наконец-то уже имеют какие-то функциональные прототипы, могут их презентовать, показать и запустить, собственно, Kickstarter. То есть это 2 года. 2 года от идеи до какого-то прототипа, который, в принципе, можно показать на видео. Далее примерно тоже у всех один и тот же период окончания, да, то есть поставки продукта на рынок, это конец, там, декабрь, ноябрь 2017 года, то есть конец этого года. Только 10% успешных проектов на Kickstarter выдерживают свои какие-то заявленные сроки. Обычно
эти сроки смещаются, ну, в среднем где-то на полгода. То есть можно ожидать, что эти продукты, которые сейчас активно уже презентуются на рынке, да, на Kickstarter в качестве прототипов, увидят свет, попадут в продажи где-то к середине 2018 года. То есть это 3 года. В среднем период, за который независимые команды разработчиков доводят свою идею, свой продукт вот от состояния идеи до готового продукта на полках, это 3 года. Это не я придумал, это очень интересная статистика. Можете изучить самостоятельно по любым направлениям вот таймлайны на Kickstarter. Чем они интересны, именно таймлайны на Kickstarter, они реальные. Это реальные истории. Итак, 3 года. Но парадокс в чем заключается? Если мы чисто математически сложим вполне реальные, адекватные сроки по каждому этапу, у нас получится примерно такая картина. Где-то на дизайн, на формирование концепции какой-то визуальной, ну, достаточно, в принципе, месяца, чтобы сформулировать внешний вид и прорисовать. Далее, если это, опять же, несложный гаджет, на каких-то довольно стандартных решениях, разработать электронику, уникальную плату, в принципе, можно там месяца за 3. Также месяца 3 нужно на проектирование корпуса, на механический дизайн. Далее, производство прототипа, там тесты, отладка какая-то где-то месяц. Подготовка производства, то есть это заказ тулинга, там, подбор компонентов, комплектация какая-то. В принципе, это все можно сделать за 3 месяца. Еще месяц на производство, включая там какую-то упаковку, сертификацию. И, в принципе, 2 месяца остается там на шиппинг, на логистику. То есть какие-то проекты идут параллельно. Понятно, параллельно, процессы идут параллельно. Параллельно идет там какая-то аналитика, маркетинг, сайт, там, приложение. Но, в принципе, все это укладывается в таймлайн год. Ну, отсюда вопрос. Чем команды занимаются вот этих 2 лишних года? Потому что математика показывает, 1 год достаточно, по факту 3 года – это стандартно. У меня есть на этот счет теория своя. Можно следующий слайд? Занимаются они примерно вот этим. Это споры, дилеммы, сомнения, борьба. 3 года – большой срок, за это время люди женятся, разводятся, дети рождаются. То есть постоянное обсуждение, поиск, что можно охарактеризовать, то есть общим словом, поиск компромиссов. Что такое компромисс? Компромисс – это некое уникальное соотношение условных «да» и условных «нет». Чем больше ты говоришь «да», тем быстрее движется проект, тем больше ты говоришь «нет», тем больше блоков на пути ты ставишь. И вот эти вот 2 года психологической борьбы, да, так назовем ее, лишних, они как раз сводятся к поиску этого баланса, и это как раз тот период, который реально можно оптимизировать и сократить, чтобы все-таки в идеале приблизить сроки разработки, сократить с 3 лет до хотя бы 1-1,5 года. Как это можно сделать? Можно быть таким yes-man'ом и на все отвечать «да». Не влезла конструкция в заявленный дизайн, давайте увеличивать. Давайте, да, вперед, лишь бы не стояла работа. Подрядчик напортачил, требует еще денег, чтобы все исправить. Конечно, главное, чтобы проект двигался. Китаец обещал $30, не получилось, будет 70. Ну, что делать? Говорим, да, движемся дальше. Это позволяет как-то процессы ускорять, все будут работать, вопрос, то есть паровоз будет мчать вперед, вопрос только куда. Насколько это правильно? Нет, это неправильно. То есть действительно все будет двигаться, но результат непредсказуем. Рано или поздно проект при таком подходе развалится. Альтернатива. Отстаивать, стоять на своем, отстаивать свои принципы, то есть говорить «нет». «Нет» — это блок на пути любого процесса. Это как камень, который бросаем в ручеек. 2-3 камешка бросили, ничего страшного, только круги пошли. Набросали 10 камней, ну ничего, ручеек там дорогу найдет, пробьется. Можно набросать такую гору камней, что
все остановится. Не будет ни ручейка, ни озера, ни моря потом. И не успеете оглянуться, как окажется, что проект стоит, никто не знает, что делать, вас считают самодуром. И исход может быть печальный. Так вот, касаемо моей теории. Я считаю, что залог успеха – это как раз гибкость. Это гибкость и умение находить компромиссы. Вот этот вот баланс между «да» и «нет». Этот баланс в первую очередь зависит от психологического портрета фаундера, в том числе от его подходов, принципов. Это именно то, что отличает в итоге какие-то одинаковые концепции, одинаковые идеи, которые реализуются разными проектами, разными командами, в итоге все равно получаются разными. Вот именно за счет вот этого баланса. У каждого свои какие-то пристрастия, преимущества и видения. И вот в этих компромиссах они их воплощают. И даже абсолютно одинаковые идеи, одинаковые концепции разными командами реализовываются в виде абсолютно разных продуктов и проектов с разными ценностями. Так вот, что же все-таки делать, если, например, вас, как фаундера стартапа хардверного, так воспитали, так научили, что вы твердо держитесь за свои принципы, вы четко знаете, что вы хотите, вы не можете прогнуться под этот изменчивый мир, вы хотите его прогибать под себя. Что делать в таком случае? Есть один у меня лайфхак, которым я могу поделиться. В принципе, он работает и в обратную сторону. Если вы девочка, которая не хочет ничего решать, а решать что-то надо. Берете список, бумажку, да, и делаете список в самом начале, да, как только собрались заниматься своим проектом. И начинаете набрасывать туда ответы. Да, нет, нет, да. Рандомно. Можете ребенку дать, это очень легко. Составили список, сложили, положили. И вот когда в процессе реализации вы подходите к каким-то решениям, вспоминаете это правило, то есть в любой непонятной ситуации достаете список и начинаете раздавать указания четко согласно заготовленному списку. Здесь да, здесь да, здесь нет, здесь снова нет, здесь да, здесь нет. И что интересно, первое, ну, во-первых, все мы знаем, что зачастую скорость принятия решений гораздо более важна, чем само решение. Потому что правильно ли вы приняли решение в данном конкретном случае, вы узнаете чуть раньше, чем никогда. Другой момент – это непредсказуемость. Ведь что случается, когда ваша команда, ваши коллеги заранее знают ваше мнение по тому или иному вопросу? А случается то, что они перестают задавать вам вопросы, перестают с вами советоваться. И это второй как бы минус. А так вы рискуете прослыть прозорливым, с развитой интуицией человеком. Да, то есть шутки шутками, но на самом деле я действительно считаю, что даже такой рандомный подход в целом для проекта гораздо более полезен, чем принципиальность, перфекционизм и неготовность идти на компромиссы. И когда я вот это говорю, мне часто приводят в пример ту же компанию Apple, Стива Джобса, с его подходом к построению продукта, с его максимализмом, непринятием каких-то компромиссов. Вот. Но когда мне такое говорят, я в первую очередь вспоминаю… Можно следующий слайд? Вот об этой истории. Это первый продукт Стива Джобса, вернее, Стива Возняка и Стива Джобса, Apple 1, 76 года выпуска. Он деревянный. Он не соответствует никаким стандартам дизайна даже на 70-е годы. Стив Джобс это продавал, он реально это продавал. Ну и конец истории мы все знаем. И что я хочу этим сказать? Очень важно действительно уметь идти на компромиссы. Идти на эти компромиссы достаточно быстро. Можно следующий слайд переключить, да, чтобы это не…
идти на компромиссы быстро, и в первую очередь понимать свою конечную цель, основная цель, как у того же, я думаю, Стива Джобса, да, была в свое время, это построить большую компанию, которая будет обладать определенными ресурсами, чтобы строить гениальные, идеальные продукты. И вот это глобальная цель в перспективе 5, 10, 20 лет. И поэтому мои пожелания в этом направлении – это в первую очередь думать о бизнесе, о компании, о продуктовой линейке, о том, где вы будете через 10 лет, и не зацикливаться на конкретном продукте здесь и сейчас. В этих масштабах эти проблемы по конкретному продукту будут сразу выглядеть не такими масштабными. Это мое пожелание всем начинающим стартаперам, да, в области хардвера. И напоследок, если осталось еще пару минут, я хочу немножко рассказать о нашем проекте, который сейчас запущен на Kickstarter. Это первая в мире голосовая маска для смартфонов. Другими словами, это Bluetooth-гарнитура, обычная Bluetooth-гарнитура с дополнительной функцией. В тот момент, когда вам необходимо провести какой-то разговор приватный именно в общественном месте, то есть среди людей, чьи уши нежелательны в вашем разговоре. Эта гарнитура трансформируется в маску, которая надевается на лицо, и вы можете несколько минут проговорить приватно в любом, в принципе, месте, где вас застал этот разговор. Идея, так же, как и у наших коллег, пришла в 2015 году, летом, в тот же период, когда делать было нечего. И спустя два года мы после презентации там, первого прототипа на CES в Вегасе, после презентации второго прототипа в Лондоне на Wearable Technology Show, мы запустили кампанию на Kickstarter. Сейчас как раз ровно середина кампании сегодня. Мы собрали там почти 50% голу. Вот, и пользуясь случаем, да, хочу попросить, когда будет у вас время, зайти на страничку, поддержать проект долларом, шером, репостом и лайком. Все. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня и веселого настроения.